Спасти Деда Мороза – такая задача стояла перед участниками квеста. Организовались две команды, которые на время превратили спасателей. Название команды придумали, гимн новогодний составили. Несмотря на снег и холод, мы выходим на дорогу. Пусть вокруг одни угрозы, мы спасем Деда Мороза. Молодец! Однако перед началом следует обязательно послушать правила прохождения новогоднего квеста. Команда должна передвигаться в полном составе, не используя личный транспорт. Все слышали? Да. Подтверждаем. Запрещается вводить незарегистрированных лиц в игру. Нельзя привлекать дополнительных лиц для прохождения квеста. Кроме того, одно из основных требований – наличие мобильного телефона для того, чтобы после выполнения определенного задания отправлять фото и видеоотчет координатору. Итак, команды «Снежинка» и «Санта» отправляются на поиски Деда Мороза. Чтобы пройти квест, нужно преодолеть все испытания, все трудности, решить все ребусы, задачи, найти Деда Мороза, вернуть ему память и получить главный приз. Городской квест – это совмещение фуд-квеста и интеллектуального квеста. Это перемещение по городу, поиск локаций, разгадывание шифровок, путешествия, небольшие мини-путешествия по городу, не используя личное транспортное средство. С первым заданием команды справились довольно быстро. Необходимо было ответить на несколько вопросов. Первые буквы этих ответов должны были составить слово. И по аналогии этого слова отгадать место, куда нужно пойти. Это был самолет. Мы пришли к самолету, нам дали задание сфотографироваться, мы отправили фотографии, ждем указаний дальше. Уже пришло следующее задание, надо идти. Какое задание прочитать? Так, значит, надо без личных денежных средств приобрести две мандаринки и подарить их людям в красном, как наш любимый дедушка. Дорогие участники, у Деда Мороза большие неприятности. Он ничего не помнит, надо воссоздать фрагменты его памяти. Разгадайте ребус и отправляйтесь туда, ждем фото с локации. Ребята долго думали, прежде чем разгадали следующее место. Это оказалась центральная елка. Пока одна команда разгадывала ребусы, вторая обдумывала, как добраться до центра, не используя личный транспорт и собственные деньги. Как вы сейчас думаете, пешком идти далеко? У меня идея есть на попутке, может быть, кого-то попросить, чтобы подвезли. Одолжить 5 рублей, господин оператор. А далее необходимо было собрать людей у главной елки и спеть всем известную песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой лето стройная, зеленая была. С заданием все справились, в итоге спасли Дедушку Мороза. Новому году быть!